В Украине задержан француз, укравший миллионы. Во Франции мужчина заочно осужден за финансовые махинации на десятки миллионов евро. В Украине задержан француз, которого дома осудили заочно за финансовые махинации на десятки миллионов евро. Об этом сообщили французские СМИ и судебные источники, информирует Радио Свобода. Адвокат задержанного подтвердил, что его 51-летний подзащитный Жильбер Шикли был задержан 18 августа, а судебное слушание о его экстрадиции назначено на сегодня, 20 августа. По данным французских правоохранителей, Шикли обращался к работникам компаний или банков, представляясь их руководителем или агентом службы безопасности, и указывал выдать крупные суммы денег, нередко под предлогом того, что это было элементом спецоперации по борьбе с отмыванием денег. Таким образом, в течение 2005-2006 годов он обманул крайней мере 33 предприятия и банков, которые потеряли не менее 65 миллионов евро. Почти 53 миллиона из этой суммы позже удалось найти и вернуть. Шикли тогда провел несколько месяцев за решеткой, вышел на свободу в ожидании суда и в 2009 году сбежал в Израиль, где жил, не прячась и откровенно хвастался своими мошенничествами. В 2015 его во Франции осудили заочно к 7 годам лишения свободы и уплаты 1 миллиона евро штрафа и 5,5 миллионов евро возмещения пострадавшим. По его истории во Франции 2015 сняли художественный фильм «Я вас рассчитываю», «Джи Камп Сервус». Ранее в Киеве задержали австрийца, разыскиваемого за растление малолетних. По материалам сайта newsgro.com.